А вот домашние питомцы нехватки внимания сейчас точно не испытывают. В режиме самоизоляции хозяева теперь всегда рядом. Наш сегодняшний ролик от мобильного дома о том, как собака делает вынужденное заточение, намного веселее. Предлагаем вам проникнуться этими кадрами. И вот, собственно, вот так и проходят домашние будни владельцев этого пса. Энергии у собаки много, и людям веселее. А я напомню, делитесь тем, как проходят ваши дни в самоизоляции, рассказывайте, чем занимаетесь, как проводите время, и присылайте нам на этот телефон, либо в соцсетях, ставьте хэштег «Мобильный дома» или отправляйте через сайт вести.defis.hakasia.rf в разделе «Прислать новость».